Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Hey, всем привет, приветствую вас на канале Денчик заценит. И сегодня отдельный привет всем анимешникам, кто нравится, любит аниме. Этот трейлер специально посвящается для вас. Выйдет в 22-м году. Называется оно Инуо. Рождение легенды. Так как родился, короче, паренек с уникальными физическими данными. Но его внешний вид пугает окружающих. Поэтому, да, сильно не будем затягивать. Давайте просто посмотрим трейлер. Приятного просмотра. Кто кушает, приятного аппетита. А мы поехали. 6+. С 6 лет можно смотреть. На этом ребенке лежит ужасное проклятие. Посмотрим, что за танец сможет нам показать этот загадочный парень, скрытый под маской. Меня зовут Инуо. Мы стали свидетелями перевоплощения маски в нечто удивительное. На миг ему удалось сбросить проклятие, но лишь на миг. Мы отлично выступили. Вместе мы покорим этот мир. Ему придется преодолеть множество препятствий. Узнать свое прошлое и изменить будущее. Инуо. Рождение легенды. Честно, не хочу никого обидеть, но я не понимаю, как можно смотреть такие мультики. Я реально не понимаю, как можно смотреть такие мультики. Как его можно вообще написать, нарисовать, придумать. И... Да, без обид, конечно, анимешникам и так далее. Просто, ну, не мое это, честно, не мое. Вы пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я правда, ну... Ну, вроде как мюзикл, не мюзикл будет. Да. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Подписывайтесь, ставьте лайки. Нажимайте колокольчики. И просто вот, ну вот, вот реально, вот до следующего раза. Вот пойду записывать новый клип сразу. Ну, видео, клип, трейлер, короче, смотреть новый. Peace.